варим картофель, варим яйца 12 минут, режем соломкой капусту, режем репчатый лук, огурец тоже режем соломкой, также соломкой режем морковь, солим и оставим на минут 15. Колбасу режем мелко. Растолчем в пюре. Черный перец, сахар, колбасу, овощи помыли, отжали сок. Кладем майонез и все перемешиваем. Берем хлеб, разрезаем и начиняем.